Архангельский «Водник» тем временем вылетел из Кубка России по хоккею с мячом. После заключительного матча с дублем ульяновской «Волги» судьба «желто-зеленых» зависела от исхода игры команд «Динамо Москва» и «Нижегородского старта». Чтобы северяне прошли в полуфинал, динамовцы должны были уступить сопернику, но чуда не произошло. Столичные хоккеисты обыграли старт 4-2 и вышли на стадию плей-офф. Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович заявил, цитата, «Ближайший месяц мы будем в Архангельске, тренировки на земле будут чередоваться с занятиями в бассейне, затем мы будем тренироваться, используя все возможности стадиона «Труд». Очень надеюсь на то, что погодные условия позволят нам как можно раньше залить большой лед, чтобы полноценно готовиться к чемпионату России». Конец цитаты.